Rickson Chick Andrewska, guardate. La neve, 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 i campi, campi. E così la terra. Pieno di campi e pieno di neve. Poi arriva la primavera, diventa tutto, tutto bello verde. È così che è Ucraina. È bellissima. Смотрите, как изменилась природа. Из Киева выехали в глубокий снег, а здесь на полях уже озимая пшеница, наверное. Погода в Херсоне. Дождь не идет, немножко пасмурно. Но я думаю, температура будет хорошая. Даст Бог, и солнышко выйдет. Нам недолго осталось. Часов, и мы уже приехали. И пошло наше украинское село. Хатки, хатки, поля. Все зеленее, зеленее у нас трава. Скоро приедем, оденем купальник с начесом. Поедем на Черное море, скупнемся с вами. Так я думаю. Так, природа шикарная. Степь да степь кругом. Это Херсонщина. Ну и Николаевщина тоже. Да-да, вы не ошиблись. Это все солнечная батарея. Целое поле громаднейшее. Я уже ехала, 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 ехала. Думаю, дай включусь. Покажу вам. Ну так вот. Так что экологическая энергия на Украине. Ну вот там в тумане уже стоит Херсон. Что мы практически подъезжаем. Не очень хорошо видно. Погодка, потому что серая. Ничего, приедем, и солнышко покажется. Я думаю, завтра на шашлыки. А потом мы вас еще на природу свозим. Погуляем. Ребятушки, я ошиблась. Это город Николаев. Это тот, который перед Херсоном у нас. Такой большой вокзал. Лилёк удивился и сказал, как будто с цветочками встречают. Ну, значит, еще полчасика езды нам до Херсона. Привет, Николаев. Привет тебе, Светуля. Вы кто у нас? Там с Николаева. Приветик вам большой, видите? На вокзале мы у вас. Ребята, николаевские дачи. Гляньте, какая красота. Ой, такие домики игрушечные, маленькие участочки. Как я по ним соскучилась. Ой, красота. Березки. Все, уже народ уже полным ходом ковыряется в земле. Уже все отбито, все перекопано. Да, весна полным ходом. Уже эта красота. Даже в пасмурную погоду это выглядит шикарно. Прям домики, как игрушечки. Даже возле посадки кто-то разбил место под дачу. Так, сюда уже пошли у нас гаражи. Все, уже выехали мы за Николаев.
Сейчас полчаса мы в Херсоне. Такого простора, ребята, Виталий, не видишь. Это только на Украине. Еду, еду, не могу взгляд, это кошка торопить. О, горбик тобі нарисував, а твоє взгляд. Проскакали на Чернобаївку, ребятки. Это уже окраина Херсона начинается. У нас, кстати, в Чернобаевке есть аэропорт. Нужно было на самолетике прилететь. Ой, гляньте, какая красота. Это вообще. Какой пейзаж. В черте города. Подъезжаем, подъезжаем. А вот он и перрон. Как чисто красиво. Наш родной Херсон. Целоваться на камеру не буду. Буду вести себя скромно. Буду хорошей девочкой. Так, где мой Макаров? Паровозик весь красивый, вокзал закрыт. Ну что сделаешь? Это не наше, это не наше, это не... Вот он, Сергеевич. А куда ж ты дивишься? Родной город Херсон встречает своих героев. Ой, какая красота. Глянь, какой чистый вокзал, шикарный, да? Ой. Нет? Немножко неудобно сделать. Коли. Ну, ты же видишь, что надо ходить. Ну да, немножко. Напрямую идешь и заходишь. Пришел этот пригородный. Ага. На первую слава. Мы думали, что на первую Киевский придет. Ну да, как бы главный поезд, а он. Ну да. А я ж ля с торбами, як циганка, третя на мені висить. Да еще и этот пришел, как раз на переход встал. И Алена ж еще посылку сегодня опять выслала. Говорю, что ты там шлешь? Как в общем, раз там бы хорошо было, где ты вышла. Не-не, шикарный, шикарный Херсон. Чистый, красивый, елочки такие. Вообще супер. И какая теперь у нас машина, Макаров? Лексус. Лексус, бродяга. Сарай с дырками. Бус стоит, видишь? Ага. А впереди бус это. Ух ты! Ага. Серьезно? Да ты шо? Вот то серый цвет такой, да? Хороший сарайчик. Ты же как раз приезжала, не было. Не было елочек. Было все. Было? Они, наверное, выросли. Так, идем. Ух ты! Ух ты! Да ты шо? Сергеевич, можешь кидать, вони не это самое, эти сумки не вимазуються. Ничего им не будет, кидай так. Нормально. Та пусть валяется, ничего не. Я в Києві пристегивалась, а тут можно и не пристегнуть. Все серьезно? Ви что, европейцы уже? Кто не пристегнутый, тот и шар. Тут смотришь, и штраф платы у нас, знаешь? Как? Смотришь, как будто там букашки ходят люди, да? Маленькие. Да, да, да. Та ты шо, та? Мне такой сарайчик нравится, Макаров. Да я знаю, что она на меня агрессивна. Я всю жизнь мечтал. В город поехать. Ну, та ты шо? Давай развернусь. Да чего? Завод, родной завод Петровского. Едь, тут же ж там по ближайшему пути. На каком она топливе? Бензин.
Бензин, газ, на газу. На газу, вообще. Супер, ты что? Да, экономия. Боже, как зовут, разбомбасили? Да, его полностью разбили. Ой, кошмар, я проходная. Что там Киев, изменился? Ну, Любанечка, такая погода была в Киеве. У нас были дела, я тебе потом расскажу. Мы практически вот, по делам туда-сюда и все. Время промелькнуло, не заметили, понимаешь. Так что... Да. А дороги поремонтировали, да? Не, у нас более-менее. Более-менее, да. Да, то в этом, в Николаеве, да везде плохо. У нас, слава Богу, что... Нас пригласили в Голопристанский заповедник. Поедем на природу, выедем. Ну, а что? Ну, Любаня, там есть одна женщина, она говорит, если ты хочешь клубники, малины накопать себе. Я говорю, ну не знаю, садите вы, не садите. Ну, Голопристанская, она должна быть хорошая. И уже и до Голопристани добралась. Да. Там мы уже давно знакомы, они иногда и в Херсон приезжают. Ну, сейчас у них уже начинается редиска, ты же знаешь, как огородники начинают работать. И тут по сокращенному пути. Тут же вот видишь, с левой стороны дом. Да, была вижу. Пожарка ваша, ну, в смысле. Ага. Зовет квартиру. Ну, правильно, а что? Ну, а что? Пустует. А что стоять? Боже, это красота. Мы уже дома. Улица Ладычука. Ну, тоже строят. Срочное видеосообщение. Мы дома. Тут уже Светуля заехала. Привезли уже мясо на шашлык. Так что все нормально. Мы раздеваемся, разбираемся, пакунки. Все, на улице хорошая погода. А в Киеве опять лежат снега. У вас там в Киеве лежат снега. У нас сегодня чудесная погода, плюс 7 градусов. Мы сидим уже на пляже, попиваем мохито, потому что нам жарко. Так что вибачте, вот такое у нас. Альбина вообще, блин, пришли, она на подоконнике сидит, говорит, мне жарко. Белёк, возвращайся, у нас Ташкент. Так что вот так, вот какое солнце, чтобы вас заслепило. Вот.